Закончил железнодорожный вуз, Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, так назывался. И тут выяснилось, что все совпало. То, что происходит до матча, я не ожидал, что столько людей, ну, которые пришли, знают песни группы «Браво». И более того, они принимали наши новые песни, которые мы нигде не играли. Честно говоря, «Локомотив» последние годы очень много делает для развития своей околофутбольной программы, и это вызывает только уважение. Наверное, ни один клуб в России не может похвастать таким количеством мероприятий дофутбольных, послефутбольных, околофутбольных. Респект клубу, респект всем тем, кто это организовывает. Очень круто. Я поздравляю ребят, желаю на этом не останавливаться, как сам многодетный отец. Значит, самые добрые поздравления самому прекрасному человеку. Честно говоря, вот сюрприз так сюрприз оказался. Подарили первую форму футбольную и подарили, что самое главное, это вообще крутяк. Подарили пожизненный абонемент на Южную трибуну. Ребята, спасибо. Спасибо клубу. Ребята, верьте в Юрия Павловича, клуб самый лучший коллектив. Это наш!